Такое название прославления в тайнах, в таинствах пасхальной тайны. Так что будут такие четыре темы, которых будем касаться. Будем смотреть, кто совершает литургию и таинство, как совершать, когда, время и разные периоды тоже года, и где совершаем обычно таинство, но увидим, это библейский такой подход и тоже такой, ну, богословский. Так, первый это, кто совершает, можем задать вопрос. Многие люди думают, что совершает таинство в основном священник, но это не так, надо смотреть по-другому, надо шире смотреть. Первое, то, что можно заметить, что в литургии мы понимаем так, что совершает литургию, так как Писание говорит, на небесах Господь Иисус и вместе с ангелами, со святыми. Да, это первое, то, что на небесах происходит литургия, но не в таком смысле, что это какой-то обряд. Но мы понимаем, что там идет поклонение, там идет это общение с Богом, это то, что человек может общаться, люди могут общаться с Богом, святые, ангелы могут поклоняться Богу и участвовать в Его жизни. Итак, мы понимаем, что то, что мы проводим или у нас происходит на земле, это отражение того, что в полноте происходит на небесах. И этим первосвященникам Нового Завета им является Господь, который, как мы говорили на первом уроке, один раз и навсегда принес себя в жертву. Это его послушание, его любовь к Отцу. Это имеет ценность на всю вечность. И это происходит, там написано, что есть там чистая река, это Святой Дух, который в Святом Духе происходит, это поклонение, это почитание Бога. Там присутствуют мученики, как верует Церковь, те, которые пролили кровь, это в Откровении апостола Иоанна об этом написано, потом Пресвятая Дева Матерь, Мать Иисуса, и множество людей, которые искуплены уже, которые находятся на небесах. Так что так мы можем видеть тоже, почему в храмах традиционных церквей находятся иконы или эти статуи или алтаря, чтобы вспомнить это библейское основание, да, что литургия – это не только то, что мы здесь совершаем вечеру Господню или там Евхаристию, как ее называем, а что мы участвуем в этом поклонении, которое происходит на небесах. И это происходит тоже в Духе Святом. Дух Святой с нами здесь, и мы можем уже сейчас общаться с Богом через эти таинства, которые Господь установил. Кто служит, это очень важно, кто является служителем литургии таинств здесь на земле. Что это община, это тело Христа. Не только священник, а вместе вся община, которой может председать епископ, священник или диакон в каких-то случаях. Если нет служителей, то бывало, что люди собирались на собрание, в воскресенье, или даже наши верующие бабушки крестили детей. Не было служителей, но присутствует тело Христово, да, церковь. И так вся община является этим телом Христа, и вся община совершает
Евхаристию, литургию. Собрание община крещенных, которые у них, у каждого из нас есть свое место в теле церкви, тоже на литургии могут быть разные служения, но все призваны быть священниками. Из крещения выходит это всеобщее священство, где ты участвуешь в молитве, ты поклоняешься Богу вместе с другими, и каждый имеет свое место, как я сказал. Так что это собрание, да. Поэтому рекомендуется, чтобы священник, ну, если возможно, конечно, чтобы служил Евхаристию вместе с другими, чтобы не было так, что это приватное какое-то дело. Было такое время в церкви, что священники служили каждый отдельно, где-то там в своей часовне. Но сегодня это подчеркивается, да, что это не есть какое-то личное, только какое-то служение. И мы имеем право, и мы обязаны, как бы, но быть в этом теле церкви. И мы призваны участвовать в этом собрании и в этом служении в Евхаристии. Так что, что запомните, да, что тот, кто совершает литургию, это община, это тело Христово, где у каждого есть свое место. Здесь эти тексты. Ну и, конечно, это священство Иисуса, в котором участвует каждый член тела Христова. С крещения, с миропомазания выходит эта основа. Потом есть члены церкви, у которых есть служебное священство, это чтобы представлять Христа в этой общине. И это называем как служебное священство, и мы это понимаем, что это квалитативное, как бы, качество или как-то участие в этом Христовом священстве, немножко, но по-другому. Но поэтому нужно, ну, это видеть, да, что. Так, следующий шаг – это кто, как совершать, да, как совершать литургию. И мы здесь можем находить такое большое, можно сказать, учение о знаках и символах, что мы в литургии, тоже в таинствах используем какие-то знаки, которые и символы, которые присутствуют в нашей культуре, в природе. И это имеет основу в Библии и тоже в жизни Иисуса Христа. Потому что мы люди, что значит человек, да, или природа человека, что мы не только душа, дух, но мы тоже тело, мы часть этого материального мира. Мы, как говорится, что корона творения, да, что мы находимся как завершение творения, которое имею в виду видимого мира, да, материального мира. Итак, это нормально, что это наш язык. Мы нуждаемся в том, чтобы увидеть, чтобы почувствовать, чтобы услышать. Мы так устроены, и Бог так к нам приходит через знаки. Мы существо социальное тоже, мы нуждаемся в общении с другими. Используем язык, слова, жесты. Так общаемся через эти способы. Так что Бог говорит с человеком посредством видимого творения. Можем видеть, да, омовение используется, помазание, проломление хлеба, совместное приобщение к чаше. Все это может выражать освящающее присутствие Бога и благодарность человека Его Создателю. Да, так это цитата с катехизиса. Но эти символы не только с какой-то нашей культуры или так, как бы с человеческой жизни, потому что мы видим в Ветхом Завете, что это используется. Да. Например, были внешние знаки посвящения Богу, обрезание, потом помазание царей, помазание пророков, священников, возложение рук используется в Ветхом Завете, жертвоприношение. И особое такое, это была Пасха, пасхальная ночь,
совершение Пасхи в семьях или потом в Иерусалиме, где в этом граде, в городе люди собираются на Пасху, и они нанимают какие-то помещения, чтобы совершить Пасху там на месте. Но и эти способы, эти знаки Ветхого Завета, они являются прообразом потом таинств, которые мы находим уже в Новом Завете. Иисус использует разные жесты или знаки. Да? Он говорит, Он возлагает руки, Он говорит апостолам, чтобы мазали больных. Он даже делает слюны использует, да, и прикосновения, грязь берет, мазает, да. Но всегда Иисус в этом творчески, конечно, Он учитывает этого человека, который нуждается в этом знаке, и Он мог бы, конечно, Иисус бы мог исцелить просто так словом или, но Он понимает, что эти люди нуждаются в каком-то жесте, и Иисус использует это все, и Он даже это поручает делать ученикам, апостолам. Потому что понятно, если Он сказал им «идите и крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа», то им было понятно, что значит крестить, что это были обряды омовения, которые использовали уже это прообраз, да, в избранном народе. И Иоанн Креститель тоже крестил людей, а сейчас приходит время, когда используется этот способ и это таинство основное, да, крещение. Так что потом получают эти таинства какие-то определенные внешние знаки, которые помогают людям открыться на то, что есть в духовном мире. Да? Мы принимаем благодать, принимаем Духа Святого, но это происходит через какие-то знаки, жесты, через слова. Будем потом говорить, к какому таинству, что есть основное, этот видимый знак невидимой Божьей благодати, да, чтобы потом будем говорить о конкретных таинствах, но сейчас пропустим это. Хотим говорить о том, как важны слова, что сегодня эта обновленная литургия после Второго Ватиканского собора подчеркивает, что каждое таинство сопровождается словами, чтобы звучало тоже Слово Божье. Потому что мы находимся в каком-то диалоге с Богом через слова, через нашу молитву. И это важно. И так видим литургию. Если посмотреть на Святую Мессу, то она состоится с двух основных частей. Литургия Евхаристии. Да? Это есть Месса, часть, первая часть – это литургия Слова. Это неотъемлемая часть. И потом вторая часть – это литургия жертвы или литургия Евхаристии. Да, и это из этих двух частей состоится каждая литургия с каждого обряда. Да. Ну, понятно, что там есть какие-то отличия, но суть в том, что там звучит слово. И это еще имеет основу в этой традиции еврейской, в синагоге, да, когда люди читали Слово Божье. Так что там что происходит? Такой диалог. Идет первое чтение. После этого первого чтения идет псалом или какой-то гимн, где мы отвечаем в молитве на первое чтение. Потом может быть второе чтение. И опять идет аллилуйя, как переход к тому, что мы будем слышать Евангелие. И после Евангелия, после проповеди идет исповедание веры и молитва верных. Да, мы находимся в диалоге, мы отвечаем верой на то слово, которое мы услышали, и потом молимся. Выходит это из того, что мы слышали
Слово Божие, что мы слушали то, что Бог нам говорит. Так что там мы видим такую динамику. Если мы знаем, что происходит, то мы видим, да, что здесь говорит Бог ко мне или к нам, а потом мы говорим Богу вместе. Поем, молимся, ходатайствуем. И так выглядит литургия. Не только месса, может быть, но и другие таинства. Будем говорить немножко о пении, музыке, потому что это тоже библейская традиция говорит о пении в храме в Иерусалиме, как устроил Давид уже, Соломон, эту литургию, которая была, но не, еще до этого была скиния собрания, где люди использовали этот способ, чтобы музыкальные инструменты, музыка и пение, и псалмы, это все сопровождает эту молитву народа, потому что нам это помогает. Мы выражаем себя как люди перед Богом. Да? Мы можем сказать через пение больше, чем то, когда мы говорим простые слова. И так мы прославляем Бога. И это может нас приводить к красоте молитвы. Тоже наша душа может ликовать, когда есть пение. Но важно, чтобы было качество, да, этой музыки, чтобы это была духовная музыка, чтобы мы дали Богу чем лучше то, что есть в нас, и то, чтобы это было связано с нашим почитанием Бога. Хорошо, когда это выходит и тексты со Священного Писания, с Откровения, и когда мы, ну и может из традиции церкви, из литургии, из древних молитв. И это помогает тоже к такому торжеству в литургии. Когда люди включаются, то тогда это помогает. Да. Были такие времена, когда слишком выглядело это пение, музыка в храмах больше как концерт. Но на литургии не суть в этом, чтобы было самое красивое, что будет там на 4 или 8 голосов хор. Может быть такое. Но если это помогает людям молиться, и чтобы они не были пассивными какими-то зрителями, которые слушают церковную музыку или там литургическую музыку, как на концерте, да. Потому что мы здесь приглашены, чтобы включиться. А может быть, лучше попроще. Я это говорю тоже нашим органистам или тем, которые готовят, что важно, чтобы мы привели, помогли людям, чтобы они понимали, что мы сейчас молимся, что это пение помогает к поклонению. Если это не помогает, то может лучше меньше, чем слишком много. Но, так что там есть красота молитвы, единодушное участие христиан, объединить их и торжественный характер. Как бы такие три качества, которые нужны, когда мы говорим о музыке и пении в храмах, на литургии. Критерии. Ну и хорошо, что есть духовная музыка, тоже современная, что мы видим, что можно включить это, но чтобы мы были... Например, на мессе есть 4 песни, да, только. Ну, 4 места, где... Плюс потом есть такие уже стабильные, как «Свят-свят» или «Слава Вышних Богу», «Отче наш» тоже поем, да, это тоже какого-то рода пение, но где можно молиться, это в начале есть входная песня, потом, когда есть жертвоприношение, там бы могло быть и с хоров, как, что люди только слушают, потому что приносятся дары, потом есть на причастие, можно петь и хору, или люди. Потом после причастия, благодарение, там можно дать хвалу, благодарение, где люди могут молиться, поклоняться Богу. Ну и в конце потом, уже когда заканчивается литургия. Так что 5 мест, где есть пение. Такое. Плюс потом, конечно, те части, которые стабильные, да, это «Слава Вышних Богу»,
«Господи, помилуй» тоже. «Агнец Божий», «Свят, свят», такие уже, которые повторяются, они, там есть текст, который должен быть согласован, да, перевод. Так, следующее – это «Священные изображения». Мы уже немножко касались это на догматике. Почему мы можем принимать, что в Новом Завете можно изображать в храмах Иисуса Христа, потому что Сын вочеловечился, стал человеком, поэтому Бог принял конкретное лицо Иисуса Назарета, Сын Божий, и мы можем в Новом Завете изображать Христа. И но это нам может помогать, чтобы вспомнить про Него. Если уже так, есть такие течения в христианстве, которые отвергают это. Но если взять фильм об Иисусе Христе, это тоже какого-то рода изображение. Да? И мы видим, что даже в Ветхом Завете у пророков было видение неба, старца и Сына Человеческого. Так что словами было изображено что-то, да, несмотря на то, что был запрет изображать Бога. Но здесь ситуация меняется еще тем способом, что Сын Божий стал человеком. И этот слова и образ, они могут передать больше. И нам, как людям, нужно вспомнить, видеть. Конечно, это изображение, это не сам Иисус, да, это его как бы фотография, можно сказать, или его изображение, так как мы его представляем. Но это не только внешность такая, но эта икона может нам передать какой-то такой глубокий смысл того, кто такой Иисус, как Вседержитель, например, икона, да, или... Но кроме Иисуса изображаем святых, но потому что они связаны с Господом, и они — это облако свидетелей, которые шли перед нами. Итак, красота, цвета — все это меня может приглашать к молитве. Когда входишь в какой-то храм традиционный, имею в виду те древние церкви, то ты уже находишься в каком-то пространстве, что ты так как бы можешь ощутить, что есть духовный мир вокруг тебя. Ну, в храме, например, были херувимы, да, были ангелы. Тоже на Ковчеге Завета были тоже два херувима, которые смотрели на одно место. Так что в каком-то смысле это не был такой строгий запрет изображать духовный мир, но просто чтобы человек не сделал себе свой образ Бога. Это и в этом есть опасность, да, потому что мы можем сегодня сделать идола с любого материальных вещей или с чего-то, где мы ищем как, ну, наполнение. Так что в таком ключе, может, есть какой-то вопрос к этому, чтобы можно было идти дальше. Что с этим можете встречаться, есть христиане, которые даже крест не используют, уже вообще, ну, чтобы корпус, может, простой крест, пустой крест они используют, но мы видим даже у англикан есть храмы, которые, где святые, это интересно, да, что они протестанты, но они не убрали это с храмов. Можно видеть у лутеран тоже библейские, но как изображение библейских людей с Библии, и крест они используют, но уже некоторые новые такие течения, они не хотят как бы бояться, что это будет нарушение этой ветхозаветной заповеди, не будешь изображать себе Бога, не будешь брать никаких там каких-то изображений. Но мы понимаем, что сегодня идолопоклонство находится в другом, сегодня никто не будет думать, что какая-то статуя, что это есть какой-то идол или божество, но проблема сегодня есть в другом, что можем поклоняться деньгам, власти, и можем не заметить это, да, что
Но в то время, конечно, когда был ветхозаветный народ, он находился среди народов, где были разные божества. Так что так. Ну хорошо, так что мы видим, что тот в начале, когда мы сказали, что человек нуждается в каких-то видимых знаках, то церковь так распознала, даже когда было иконоборецство в 8 веке, потом церковь на соборе говорит, что можно изображать, но каких-то, конечно, что мы не поклоняемся, мы почитаем святых, например, да, и мы через почтение иконам мы общаемся с невидимым Богом. Первые изображения возникали в катакомбах на могилах христиан. Эта икона или это изображение орантки или изображение этой женщины, которая касается одежды Иисуса, это с катакомб. Но мы понимаем, что у христиан до 4 века не было своих зданий. Единственное место, где они могли, где было стабильно, где они могли собираться, когда были гонения, это были катакомбы, это были места кладбища, можно сказать. Да? И там на могилах этих мучеников или святых они там совершали Евхаристию. А так они по домам только собирались и тайно. И когда уже им дали свободу, христианам в 4 веке, в начале 4 века, начинается то, что император подарил несколько там базилик, этих зданий, и потом уже христиане начали свои здания. Но до этого тоже были, потому что сейчас из раскопки в Израиле и нашли в Ифсаиде, например, нашли храм там с 3 века или со 2 даже, или это, где был дом апостола Петра, но это было переделано в 6 веке, но там до этого, наверное, была часовня в его доме, это в Капернауме, в раскопках, можете посмотреть, интересно. Так что были дома, которые преобразовались на какие-то рода часовни или место собраний христиан, и там уже есть алтарь, или где приносилась Евхаристия. А эти изображения, они не использовались сильно, потому что первые изображения Иисуса – это были издевательства над христианами. Где был, например, где был осел и крест, да, что они просто насмехались над христианами. Так что долгое время была только иконография, какие-то добрые пастыри в катакомбах, да, или там, ну, можете посмотреть в интернете, очень много есть в римских катакомбах, но не только, и в Африке на севере, в Картаго или в других местах. Где были эти катакомбы такие доступные, то там это сохранилось. А остальные места мы не знаем, потому что они были уничтожены, эти места. Но эта иконография, она постепенно развивалась. И под влиянием тоже этой культуры римской. Знаете, что римляне и греки, они развивали. На Западе были больше скульптуры, чем картины. На Востоке развивалась иконы, а на Западе больше пластика. Ну, это три эти измерения, да. Так что, но никто не сомневался, пока не пришли, это 7-й, там, кажется, век, где было такое течение, что надо это сжигать. Может, были какие-то злоупотребления, да, что люди слишком... Те люди, которые не были воспитаны в вере, не было этого катехумената, что люди суеверно могли это использовать. Или там ну, были перегибы в этом. И как бы реакция была такая, надо все сжечь и уничтожить, чтобы не было такого злоупотребления. Но были такие, может, более так как суеверные или какие-то... Да, может быть, даже из языческих, кто обратился, принял крещение, не был... катехизирован, и он потом использовал эти христианские вещи таким же способом, как в своем язычестве. Да. И
Так что церковь собрала собор и сказала, здесь есть граница, и это есть правильно, что можно изображать Иисуса, но мы не поклоняемся, да, в смысле таком, ну, святым не поклоняемся, мы почитаем их, только Богу поклоняемся. А эти иконы, эти изображения нам могут помогать, чтобы мы могли общаться с невидимым Богом, в смысле таком, что Господь стал человеком, поэтому на этой основе мы можем изображать Христа, потому что Он ходил по этой земле, Он был как человек здесь. Так что если мы будем в каком-то балансе, тоже внутренно, то я не вижу в этом проблему. Только, ну, в смысле, чтобы в церкви, да. Но если люди не понимают, они могут иметь такие тенденции, что ожидать от какой-то иконы больше, чем, ну, что им не ведет их это к поклонению в Духе и истине. Может быть такое, но поэтому мы собираемся здесь, чтобы говорить про это и чтобы воспитывать себя в этом плане. Мне кажется, что мы люди, мы так устроены, что мы нуждаемся в этом знаке для того, что наша вера, она этими знаками может как бы, ну, проявиться, или она может, мы можем получить веру через этот способ, да, что, как ты говоришь, что этот человек нуждался, чтобы он открылся на это исцеление в духовном плане, да, чтобы эта сила Божья его коснулась, он нуждался в том, чтобы увидеть, почувствовать или там омыться в этом Силоам, или там, не знаю, были разные, да, или помазать его елеем. Это помогает людям. Но зависит от веры, потому что этот сотник пришел и сказал: «Господи, достаточно, чтобы ты скажешь слово, и мой слуга исцелится». Иисус говорит: «Такую веру я не нашел в Израиле». Значит, эти люди нуждаются в каком-то... И мы нуждаемся, да, и нормально. Это как в супружестве, да, но как тебе муж проявит любовь, да? Ты можешь просто... Он может посмотреть на тебя, и тебе это хватит, да? А другой раз ты скажешь: «Ну, почему ты меня не обнимешь, да? Или не хочешь мне сказать, я люблю тебя?» Значит, просто потому что не хватает веры, что Он меня любит. Мне нужно просто знак, да, и то же самое. Нам не хватает веры, но Господь нам оставил знаки, чтобы нам это помогало общаться с Ним. Ну, я не, видишь, когда была реформация, может быть, там они видели эти суеверные проявления. И одна крайность, одна как бы перегиб приводит к другой реакции, которая тоже выходит за рамки, и она уничтожает то, что было хорошее. И мы видим сегодня у протестантов, что они возвращаются к некоторым вещам. Они раньше не использовали, например, елей для больных. Они раньше не делали один раз в год вечерю Господню, а сегодня делают хотя бы один раз в месяц. И они, например, даже такие, что молятся, там платки приносят, да, кто-то исцеляется через знаки, да, и это из Библии. Они говорят только то, что из Библии, но Господь может использовать разные способы, да, но это важно, чтобы мы увидели, что такие, что это библейское, это идет в откровении, в течение времен, и сегодня церковь может сказать, это есть те знаки для всех. Понятно, что для кого-то, ну, приходим на мессу, и часть людей, несмотря на то, что там есть эти знаки, вообще не переживают эту мессу как встречу со Христом, а часть людей, да. Но она всегда доступна. Каждый день у нас служится месса, и люди могут прийти и участвовать, и получить, сколько у них есть веры, сколько есть открытости, и
Но эти знаки, они были даны Господом, чтобы мы их совершали, мы их использовали, и чтобы люди могли получать в каждое поколение, не только там один человек, да, которого Иисус коснулся. Иисус касается сегодня и нас. И церковь так распознала это в истории. Я это говорил на прошлом уроке, там в катехизисе. Так как мы распознали, что в Библии должно быть 27 книг Нового Завета, и в Ветхом Завете эти книги, которые есть, это распознала церковь. То же самое произошло в той или в другой области, в смысле таинств и литургии, что Господь нам оставил эти знаки для того, чтобы мы получали спасение именно через таинство. Так назвать уже не важно как, но писания были и в Ветхом Завете уже, апостолы говорят, принеси мне священные книги. И у них был Ветхий Завет, может уже были какие-то частично какие-то уже апостольские книги. Но такие старинные, мы говорили про этот кодекс мораторий, есть просто уже формировался этот канон, в 2-3 веке, и потом позже, можно сказать, только на Тридентском соборе в 16 веке католическая церковь уже окончательно сказала, что эти книги будут в Библии, как Богом вдохновенные, что они это книги, которые Бог нам дал, и это Слово Божье. Третье, когда совершать? И это вопрос, какой День Господень, конечно, мы говорим воскресенье, это очень важный день и по всему кругу, можно сказать, года. Этот день святой, священный день. И потом есть праздники, да, и в течение года в иудаизме и в ветхозаветном народе Божьем были 3 основных праздника, плюс потом 4-й добавился, это освящение храма. В нашем литургическом году мы празднуем праздники Господа, и потом к этому еще добавляются праздники святых. Но особенно эти тайные искупления, которые нам каждый год заново мы в Духе Святом можем проживать и принимать спасение от Господа. Но и основные, конечно, круг вокруг – это в Пасха. И потом второе – это воплощение, это Рождество. Да? Как бы таких, так, конечно, начинаем Адвент, потом Рождество, потом идем к Пасхе. И опять, да, это таким… И там еще находятся праздники Господа, как было Преображение Господне, или сейчас недавно было… Сретение Господне, это связано, конечно, еще с Рождеством. Так что мы видим это так Бог устроил, это и ветхозаветный народ Божий понимал. Он смотрел, как идет год, это солнце, да, Господь нас сотворил на этой земле, есть один год, и потом луна, например, Пасха, она находит основу в том, что есть первое новолуние, весной, и после этого празднуем Пасху. Но придем к этим вещам, почему сейчас есть разделение в этом плане. Так что народ Божий знал эти праздники, и особенно Пасха, это было то, что народ праздновал это спасение и освобождение из рабства. И сейчас мы тоже, это уже в полноте то, что Господь для нас сделал. Интересно, что церковь может сказать «ныне родился Господь» или «ныне воскрес Господь», «ныне умер на кресте». Каждая литургия Евхаристии, там говорится, когда мы вспоминаем Его смерть, Его воскресение, вознесение на небо, доколе Он не придет, Отец, мы Тебе приносим эту жертву. Так что
это присутствует, это все дело спасения присутствует на литургии Евхаристии, потому что Дух Святой там находится, и мы можем проживать. Но особым днем, конечно, это День Господень, который по апостольскому преданию, да, это первый день недели, это восьмой день, когда Господь воскрес из мертвых, когда после субботы, когда Господь был в гробу, когда Он отдыхал, то на следующий день, воскресенье, Он победил над смертью. И это день, который всегда христиане, даже неверующие люди знали, что, помните этого письмо Плиния младшего Траяну, императору, он говорит: христиане в день солнца рано утром собираются, чтобы читать Писание, чтобы проводить богослужение, чтобы поклоняться Иисусу Христу. И мы призваны участвовать, особенно то, что есть в День Господень, что мы призваны участвовать на собрании верующих. Это главный день литургического собрания. Не знаю, насколько это люди ощущают в Казахстане, но было бы хорошо так понимать, да, что это нас спасает. Один день – это день отдыха, день празднования, это праздник. И нужно в семьях и в приходах это так, ну, воспитывать постепенно, потому что мы находимся в среде такого общества, где раньше был коммунизм, где именно хотели забрать эти праздники христианам и забрать им тоже воскресенье. И потом приходит это потребительское общество, где просто нету такого понятия, да, что есть святой день, хотя бы один, уже не говорю о двух днях, потому что много развитые страны в мире, они суббота, воскресенье даже думают о том, что будет три дня выходных. Но я что имею в виду, чтобы этот день Господень был заполнен этим, что мы дети Божьи, что мы празднуем этот день, что мы были искуплены, мы помним про то, что, для чего мы здесь, для того, чтобы попасть на небо. Да. И каждое воскресенье нам это напоминает. Мы приходим, чтобы слушать Слово Божие, чтобы быть вместе с другими христианами, учениками Иисуса, и совершаем Евхаристию, участвуем в этой литургии активно. И это есть сердце того, чтобы быть христианином и в этой пустыне этого мира, чтобы состояться. Да. Так что это важно заметить. Ну а потом есть литургический год, который, это пасхальное триденствие, это есть центр, это сердце, да, всего литургического года. Что есть триденствие? Три дня, да, это Великая Пятница, или лучше сказать, четверг вечером, когда было установление Евхаристии, четверг начинается вечером уже это триденствие, потом пятница, когда Господь страдал, потом суббота есть отдых, как бы тишина, а в воскресенье или суббота вечером после запада солнца начинается новый день. Так что уже накануне воскресенья мы празднуем Пасху, и потом, конечно, может быть, даже до утра или рано утром христиане, они праздновали эту победу Христа. Это из центра литургии, литургического года. И это лето Господне благоприятное, о котором говорит Иисус, оно продолжается в течение времен. Это праздник праздников, торжество торжеств, Пасха. Как жалко, что еще нету такого понятия. Конечно, мы после собора не так много, здесь не было такого контакта, но Второй Ватиканский собор принес обновление этого празднования Пасхи, потому что немножко в истории это потерялось. Люди праздновали только воскресенье. Не было этого на вечере в таком виде, как сейчас. И была еще Великая Пятница, конечно, но не хватало такого понятия, что это как один день, это триденствие. Так здесь почему есть этот разрыв? Потому что в 1582 году
когда уже люди видели, что не выходит это так, как солнце, что мы, астрономия показывает, что один год имеет сколько? 365 дней и четверть дня, да? И когда долго нету этих дней, где добавляется 29 февраля, то потом получается, что уже это, когда солнце, где самый короткий день не выходит на 21 декабря, она уже на 11 или сколько, 13 дней позже. И это произошло то, что был юлианский календарь, тот, который сохранили здесь восточное христианство. И Григорий сделал реформу календаря, чтобы вернуть это так, как есть в природе. Да? Поэтому просто есть сейчас разрыв этих, сколько, 13 дней или 11 дней между юлианским и григорианским календарем. И поэтому получается, что иногда Пасха, может быть, 5 недель разница. Потому что новолуние, которое с весной попадает на другое время. И что там в это написано, что на соборах некоторых было такое понятие, что когда это совпадает с Пасхой евреев, то переносится на недельку позже. Да, но будем видеть, есть такое стремление, чтобы договориться, чтобы, может быть, Рождество праздновать по григорианскому календарю, а Пасху праздновать с восточными по юлианскому. Да? Католики открыты на это. Единственная страна, где празднуют христианские праздники вместе Западная и Восточная Церковь, это Иордания, где король заставил христиан, чтобы объединились, чтобы и они получили разрешение, и, ну, как бы добро с Ватикана тоже, и они празднуют вместе Пасху и Рождество. Так что нету такого, что есть там небольшой процент в населении христиане, и что они разделяются на несколько групп, которые потом празднуют по-другому эти праздники. Но надеемся, что придет время, когда мы сможем объединиться в этом. Так что литургический год раскрывает нам различные аспекты единой пасхальной тайны. Так что все идет, крутится вокруг Пасхи, вокруг праздника нашего искупления. И тоже, ну, тайна воплощения, там как написано, да, и это Благовещение, Рождество Христово, Богоявление, до Сретения Господня, можно сказать, да, этот цикл заканчивается. Но тоже уже воплощение есть, потому что Господь нас исцеляет и спасает через то, уже свою жизнь. Потом в этом календаре есть тоже праздники Пресвятой Девы Марии. Они подчеркивают Иисуса, Его жизнь, Его личность. И потом святые, которые в них Господь проявил свою благодать, и мы тоже Пасху в них празднуем, да, что они смогли, например, мученики отдать за Христа свою жизнь. И они, их заслуги, их ходатайство, их пример нам помогает, чтобы мы тоже вдохновлялись, чтобы мы могли сказать, как некоторые святые, что а почему бы не быть так, почему бы, как этот Игнаций из Лойоли, кажется, или который говорит, что и ты можешь быть тоже, как эти святые, ты можешь следовать за ними, или видеть, что в каждом времени есть люди, которые Божьи люди. Хотел бы хотя бы коротко рассказать еще о нескольких вещах. Это литургия часов. Знаете, да, бревиарий, он составлен с псалмов, с гимнов, с каких-то тоже, но библейских в основном текстов. И это молитва церкви, молитва невесты, которая славит Бога и поклоняется Ему. И здесь такое приглашение, чтобы включить народ Божий в эту молитву. Неустанно молиться по всему миру, если так взять, из разные время молитвы утром, в обед, после обеда, если 5 раз или там, может, даже 6 раз можно разделить этот бревиарий. Даже ночью монахи встают, чтобы матутинум помолиться, чтобы чтение услышать. И это как голос невесты, если посмотрим по всему земному шару, что неустанно люди молятся в католической церкви или там в других церквях тоже есть какие-то
ну, молитвенники или псалтиры, да. И так что это есть приглашение молиться в общине тоже. Кто хочет, это, конечно, более твердая пища, молиться Словом Божьим, этими псалмами. Не всегда мы это отождествляем себя в тот момент с теми псалмистами, но это голос невесты, голос Духа Святого в Святом Писании, когда мы можем вместе за других молиться, отождествлять себя с другими. Так, еще последний пункт – это где совершать. Да, первое – то, что мы в Духе истине, на любом месте люди могут поклоняться Богу. Мы, как церковь, являемся этим домом духовным. Но все-таки, когда христиане имеют возможность, есть свобода, могут построить какие-то здания, которые являются особыми местами, где мы поклоняемся Богу. И они знаменуют и являют тоже эту поместную церковь. Наш храм, наша базилика, она символизирует эту общину, которая находится на территории нашего прихода. Кафедральный собор символизирует всю епархию, как общину живую, живых камней. Да, и когда собирается народ Божий, это место может быть такое святое, да, где мы можем видеть, есть там внутри, есть дарохранительница, где хранится Евхаристия. Мы веруем, что Господь там реально присутствует. И Он устроен, этот храм, для того, чтобы люди молились. Он уже так помогает людям обычно. Там находится алтарь Нового Завета. Это рядом с ним крест или за алтарем, как у нас, например. Это стол трапезы Господня. И плюс, что мы понимаем, что на кресте произошло это жертвоприношение. Есть там дарохранительница, которую мы почитаем и поклоняемся Господу. Она нам может помогать, ну, когда она находится на таком месте значимом, мы уже как входим в храм, мы перекрещаемся, идем на колени и поклоняемся Господу. Потом есть там кафедра или трон епископа или священника, подчеркивает функцию председающего, тот, который представляет тоже Христа в собрании, и он руководит молитвой. Есть амвона, это стол слова, где мы можем, это место, где читается, произносится или провозглашается слово. Потом есть место, где совершается крещение. Это может быть это крещальный источник, или может даже баптистерий, может быть это где-то в боковой части. Но она, чтобы это было видимое, да, что в нашей храме они тоже говорят об этом источнике крещения. И потом покаяние, место, где люди могут исповедоваться. Это может быть исповедание или комната, где принимаются те люди, которые хотят раскаяться. Когда заходите в любой католический храм, то это все можете видеть. Да. Видите алтарь, видите дарохранительницу. Где-то крест стоит, большой или меньше, где-то рядом с алтарем. Видите исповедальню, хотя бы одну, крещальный источник или место, где совершается крещение. Так что это так устроено, да, что можешь легко определить. Ну, может быть, часовня, где нету пресвятых даров, понятно, да, что не, но хотя бы есть там дарохранительница, потому что когда там совершаются какие-то литургия, то может иногда там храниться тоже причастие. Этот видимый храм, он символизирует дом Отца, и он, с одной стороны, есть там порог, который надо переступить, как бы выходишь от мира, входишь как бы в такое пространство святое, но с другой стороны, он, этот дом Божий должен быть открытый и гостеприимный, да? Место, где люди могут зайти, где могут молиться, где есть тишина, где есть возможность встретиться с Богом наедине или вместе с другими, когда мы на собрании.
что так, так выглядит этот, это пространство, или так тоже формировалось это в истории церкви, что так выглядит наш храм. И он говорит тоже о вере церкви, о том, что это место, место собрания. Вы можете даже видеть в этих храмах или в этих церквах, которые есть, видите тоже богословие. Идете в православный храм, то видите их богословие. Да? Есть там иконостас, где и за иконостас не может, кто хочет там зайти. И есть как бы так устроено это. И все так, ну, купол часто, или там эти изображения святых, они, ну, очень сильно так как бы украшено, да, такое. И наш после собора, да, алтарь передвинули ближе к людям, и священник не стоит спиной, когда молится, когда приносит Евхаристию, он стоит лицом к людям, да. Это тоже интересно, потому что именно в этих первых храмах, в этих первых веках, там храм или часовня, или что это было, ну, церковь, там, там была это так более как община, да, где потом позже уже, когда на гробах мучеников совершали, то, конечно, спиной, да, потому что обычно этот гроб был возле стены. Поэтому это так как бы тоже пошло практически так, так это... Мне так, ну, я так, то, что я не углублялся там в истории этого, но можно это понять так, что у нас это понятие жертвы и трапезы сейчас более в таком, таком балансе, да, что люди видят, что происходит на алтаре. Если пойдете в православный храм, люди не видят за иконостасом, как там приносится жертвоприношение или где... Только когда идет причастие, то потом священник выходит, чтобы дать людям причастие за икону, уже перед иконостасом, да, это происходит, или там идут эти походные, ну, или такая процессия со словом, и потом, с, да, может, не говорил об этом уважении к Евангелиарию и к тем книгам, да, но это тоже можете найти там потом.